Здравствуйте, друзья! Кажется, что когда цветут тюльпаны, а им в моем саду отведено много места, то сад станет пустым и грустным. Ведь до цветения клематисов, роз и других летников еще нужно подождать. Но в любое время у меня в саду есть прима, которая хороша именно в данный момент времени. В этом запоздалом сезоне звезда середины июня – это калина бульденеш. Она не каждый год одинаково красива. Бывает, что цветов мало. Бывает, что много, но мелкие. В этом году она хороша, как никогда. Все сошлось. Цветов достаточно много, и соцветия очень крупные. Когда калина начинает цвести, она вся покрывается шариками цвета шартрез. А этот цвет, говорят, обладает удивительным успокаивающим свойством. Я даже не могу сказать, в каком цвете мне бульденеш нравится больше – в белом или в лаймовом. Во всех цветах люблю ее. Да, бульденеш в переводе с французского означает «снежный шар». Так и есть. Воздушные цветочные шарики очень приятно подержать в руке. Детишки говорят, что хотели бы поиграть с ними в снежки. А вот ажурные сиреневые одуванчики на высокой крепкой ножке. Это цветет алиум, декоративный лук. Лук этот многолетний, ухода не требует от слова совсем. Растет себе. Изредка при перекопке прореживаю уплотнившиеся посадки. И не помню ни одного раза, чтобы он когда-нибудь болел или пропустил цветение. А этот цветет самый мой ранний пион, он же Марьин корень, он же пион уклоняющийся или пион дикий. Цветы очень крупные, шелковые розовые лепестки и медовая пушистая серединка. Любит полутень. Из минусов очень короткий период цветения, но зато ранний. Еще в это время настоящий карнавал у почвопокровных растений. Они сейчас разоделись в свои лучшие наряды. Флокс растопыренный, камнеломки, очитки, абриета, шиловидные флоксы, декоративная земляника. Все это цветными лоскутками разбросано по саду. Абриета цветет очень продолжительно. Так она мне нравится, что недавно посеяла смесь разных цветов. Смесь эта уже взошла, посмотрю, что вырастет, что расцветет. Живучка Бургунди Глоу хороша как никогда. Камера не передает реальные оттенки ее листвы, к сожалению. И так хорошо она выглядит только на ярком солнце. Если посадить ее в полутени, там она уже не такая красивая. Хостам не обязательно цвести, они и так очень хороши. Шиловидные флоксы, как всегда, неотразимы. И, конечно, белые ветреницы. Ах, опять сныть вылезла. Ветреницы качаются от малейшего ветерка. Но не зря они ветреницы.
очень нежные. Простая земляника тоже цветет очень обильно. Вот этот сорт всегда так цветет. А вот с ягодками у нее сложнее. Да, честно говоря, полная ерунда, а не ягодки у этой земляники. Не могу никак ее вывести. Пришлось из-за нее переносить земляничную полянку. А вот это элегантное невысокое растение у нас называют летний гиацинт или испанский гиацинт. Очень нежный цветочек. Вдоль дорожки горят огоньки гравилата. А это гипсофила, которую я купила около месяца назад. А рядом с ней дикие анютки, сами выросли. Оба кустика замечательные. Оставила здесь анютки, потому что мне они тоже очень нравятся. И, конечно же, в это время сад украшают кашпо с петуниями и калиброшками. Не зря же мы их с февраля месяца холили, лелеяли, под лампы ставили. Пусть теперь и нас радуют. Пройдет совсем немножко времени, и зацветут рододендроны, первые клематисы, ирисы. Но и сейчас сад выглядит нескучным. А если вам кажется, что в вашем саду цветущих растений сейчас маловато, то пройдитесь и посмотрите, у кого из соседей что цветет. Организуйте обмен и вообще с соседями хорошо дружить. Желаю всем мира и дружбы, а с вами был канал «Домик окнами в сад».